боем компания «Сахар Украина» начала заниматься еще 3 года назад, когда начали вести переговоры с Сакатой, это длительный процесс. Ну, для пробы они нам дали капусту гринбой, чтобы мы ее попробовали в Украине. Ну, вот 3 года сколько не завозили, все у нас забирало 2 хозяйства в Николаеве. То есть нам не хватало семян в коммерцию для других компаний, для дилеров, для наших. То есть она никому не доставалась, потому что мы экспериментально дали попробовать хозяйство, но не попробовали, не понравилось. Особенность капусты, у нее идет тонкий лист. Но при тонком листе она может храниться до февраля месяца. То есть она может, ее можно похоронить для продажи. Вес головки идет от 2 до 4 килограмм, в зависимости от нормы посева. Рекомендуемый это 35-42 тысячи на гектар. В каталоге написано. В чем ее особенность, как средней капусты, она хорошо переносит высокие температуры. То есть она себя показала, что при жаре на солнце 60 градусов она не увядает, лист не желтеет, то есть остается насыщенный зеленого цвета лист. И после срока вегетации 30 дней может находиться в поле. То есть особенности вообще в принципе средней капусты. Да? Мало кто в Украине выращивает средней капусты. Потому что компании, которые занимаются капустами, они выращивают раннюю капусту, убирают и после ранней капусты на это поле высаживают позднюю капусту, та, которая предназначена для хранения. И вот в промежуток разницы срока вегетации капуста обычно там на август месяц, конец июля месяца, августа месяца поднимается в цене. За счет того, что ранее закончилось, позднее еще не началось. Вот гринбой чем хорошо, что она средняя. То есть можно попасть на хорошую цену в тот период, когда цена немножко поднимается. И она может стоять в поле без потери товарного вида 30 дней. После того, как головка набралась, уплотнилась, то 30 дней она может стоять в поле без потери, без пожелтений, без увяданий, без подсыхания краешка верхних листков. То есть в случае, если нет цены, то фермер может там, в течение 30 дней подождать, когда может цена поднимется, может просто август месяц, до того месяца, когда начинается интенсивная работа в поле, и фермера может быть нет возможности вовремя убрать. То есть в течение месяца он может либо угадать ценой, подождать немножко цену, либо найти окошко для ее уборки. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.